всем привет! С вами Блюкет. И буквально через 40 секунд, через 41, через 40, все, через 38 уже, через 35, уже все, вот сейчас начнется новая серия. Скибиди Туалет Мультиверс. Мультивселенная Скибиди Туалет. Господи, на обложке все как-то странно. Вот честно, чисто, вот если я вам сейчас покажу обложку, то он какой-то дрель, дракон будет тебе менеджеровать. Или может там на обложке нарисован этот. Я же забыл, кого зовут. От этого волнения Скибитоль Байдафакбун. Он хорош. Ну что, побеждает дрель? Ну что, или? Вы что, ровните подписчики? Там в студию, вы что, ровните? Танцовый смотрит. Тут у вас песики телепортируются. О, у него ластик. О, у него новая способность, подписчики. Она ластиком может все стирать. Что-то не думали? Нет. 30 титанов. Пустом танцовый. Господи, 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 помогите. И руку оторвала. Вы что, ровните? И руку оторвала. Хоть она появилась только серию назад. Только в прошлый. Ну, можно считать в можно считать в позапрошлый. Ну, это, короче, бессмысленно. Ее глушат. У нее руки вырастают. Рука вырастающаяся машина. Рука вырастающая. Нифига себе, спикер там свою девушку защищает. Или они потом с Тримэном будут драться. Что Дом Студио уже сказали, что у Дом Студио он будет как ей там что-то будет. Влюблён в неё, если спикер ей помогает. И с Тримэном тоже. Что спикер с Тримэном сыграют злую шутку в их отношениях. Хотя, что у спикера? Что про них? Что у спикера нетрадиционная сексуальная ориентация. Хотя и у дрель тоже, что они там друг на друга там, горой там, они там. Ну, вы поняли. Что особенно у дрель там нетрадиционная сексуальная ориентация. А спикер, он просто как он партнер, что-то. Сотрудничает с ним, партнеры они. А вот дрель он уже не тот. Он такой смотрит. Чё? Она что-то перепрограммирует. Она говорит. Есть русские субтитры. Секундочку. И вот здесь все. Большой тебе мир. Ладно, пока без субтитров посмотрю. На следующий месяц еще буду ходить. Господи. Нет, точно, сейчас будем все переводить. О, куда они улетели, господи.
Это уже чуть не напоминает вселенную Вирланса. Этот заскиб Деварс. Господи. Он не понимает, что он на Мезис, он его просто никуда. Ну, Дрель сейчас победит на Мезиса. Его на Мезис зовут. Мэнвайл. Человек. А, нет. Там не Мэн, там Мен. Что-то Ги говорит. Люди, господи. Ну, он что-то говорит. Они с Кляйнером разговаривают, понятно. Ну, Кляйнер это все гнид, да, еще? Кляйнер это гнид, да, еще. Напишите, кстати, в комментариях, у него в этой игре в каком-то находится этот, ну, не Кляйнер, это Намезис. Какой он... игре. В какой он игре находится. И у него там такой же голос. Напишите в комментах. Мне кажется, сейчас больше 6 моих подписчиков смотрят видео. Опа! В трейлере он был тут, видно. Ладно, я вам покажу пока что трейлер. Что там? И он куда-то пришел, где думал, что это космическая база. Они дерутся, короче. Сипен? Сипен, да, я помню. И так Сипена ненавидел. Что он сразу мне приглянулся, что-то... Как хер... Как... Ну, он мне казался нормальным. Потом уже на второй взгляд он мне приглянулся, как хер из мира, как хер не из того мира чистого. И Сипен, оказывается, вообще не Пен. Его, да, он сюда. Телепортнулся. Ну, только не говорите, что этот босс Альфа, это вот этот мелкий именно кубик. Не кубик, то есть, а что это там? Опять. Чувачка штера длинная. Опа, то самое вот сейчас. Самый момент, когда этот выливается в контр-титан. А у меня... Ну, это мы уже видели на первом контр-титане. Жесть, не могу ничего описать. И вот, сейчас, да, у него заглючит ядрушка. Ореховое ядро. Кто ел грецкие орехи, поставьте лайк. А это паучок? Подожжёгся немножко. Ну, контр-титан, он вовсе не титан, как говорить. Это вот костюм. И вот, да, то самое. Сипен, он вовсе не Пен. Это вовсе не Пен. Но голова даже на Пен не похожа. Сейчас сразу не понимал. Сейчас уже с первого взгляда было, что это точно. Сейчас человек подумал, что это может какая-то электрическая ручка. 3D-ручка. Вот. У кого есть 3D-ручка, у меня она есть. Вообще тоже конец. Прям подписчики уроки. 100% сейчас конец. И все, еще это не конец. Это сколько серий это идет? 80 тысяч зрителей. 80 тысяч зрителей. Что так мало? Помогите. Я Дрель жив. Своей стихии, он жив. Огонь ты его стихию. Он сейчас не уверен, на месяце в лаву запихает. Даст пару даст мачек вот этих чапалахов. Не пару. Опа, подписчики. Это взяли просто, можно сказать. Dragon Thunderman. Это вот взяли сейчас просто вот.
Кто знает, откуда это взяли? Господи. Это взяли вот отсюда, с этих ударов. И это прям ускорено раз 100, наверное. Чё, блин, чё это, конец? Блин, алло. Господи, помогите. Ну вот, подытожим. Не подытожим. Переведу. Обратно переведу. Еще премьеры. Вот он выбрался. Убил. Он меня не убил, на минусе. Но он сейчас начнет его колотить. Слабенько. Усилен. Ну, подписчики, ну как это просто? То есть никакой на месяц уже после такого не выживет. А что такое произошло? Дом Студиос, и вы что? Что сделали? Домеры, вы что? Не туда, то есть. Подытожим здесь просто вот. Это уже, кстати, он не как премьера. И что в итоге приехало? Тут сейчас у меня заглючило. Вот. И вот тоже конец игры. Да. Он рыгнул. Нам итог-то в этой серии ничего не показали почти что. Но мы сейчас просто вот так-то посмотрим чисто с субтирами. Вот они дерутся. Просто я не могу поверить. Я думала, она выйдет на какое-то время в течение этой недели. Но она вышла даже не на той неделе, не на этой неделе, когда я играл. Но после этого воскресенья. А ну уже в это воскресенье вышло. Что прошла из серии, она вышла вот сколько туда. Две недели назад. Посмотрим, что говорит. Wait, подожди. Don't fall for his plan. Don't fall. Don't fall. For his plan. For his plan. Не поддавайся на его план, он говорит. He wants to keep. He wants to keep. He won. Wants to keep you away. You away. You away. You avoid them. W. Да, W. Правильно, W написал. From their base. Он хочет держать вас подальше от их базы. Держать тебя подальше от их базы. Прикольно. He wants to keep you. Эй, кто сейчас что переводил? Да. Да.
Не понимаю, кстати, как он не приговорил никакого слова там. Фул. Чего он там? Тебя не приговорил слово фул, там, дурачок. Ну, так нам не показали, что он говорит. Эти субтитры вообще работают, господи. Красавица, ручку отсекли, да. I figured out the way you fight. In a close combat, you're not a big danger. Well, as much as you have enough titans. Титанс. Professor, something's telling me I should not let this. Просто держи его подальше. I thought I was clear when I told you our mission from our base. Мне сейчас, когда я телепортировался, мне кажется, на момент... Just keep him away from our base. Хочет, I thought I was clear when I told you our mission... Это они хотят помочь агентам. Is buying more time. Я думал, что ясно. Сказал, что наша миссия выиграть время. Они убивают. Ну, на месяц, кажется ли это легкой задачей против такого дракона? Ну, это смешно. Как, черт возьми, я мог предсказать, что он может превратиться в чертового дракона? Бро, поиграй в Бравл Старс. И купи себе драков. И все узнаешь. Просто вот. Типа, мне стоят. Это лево, как не брат, или что? Или это атака? Что это такое? Отправь 0.5 и 0.4. Они мне нужны. Это мейлы. Мы их не видели. Тоже какие-то титаны, что ли? Нет, они наша. Подстраховка против титана времени. Короче, если он будет больше не заперт. Хотя они, значит, очень быстрые. Может, он быстрый, второй какой-нибудь там, не знаю, вообще гигантский. У меня такие теории. Кто должен выиграть больше времени, даже если немного. Кто-то он подразумевает на месяцы этого, верно? Извините, мы не можем рисковать. Кстати, ну я не понимаю, почему Сьюзи не перевели? Почему вот именно эту вот сучку? Почему мне именно эту сучку не перевели? Может, она для Ютуба так тихо говорит? Ты говоришь так, Клайнер, вот ты его в клетке заперли. Да. Ты лучше маску-то свою сними, а то коронавирус уже давно прошел. Он был в году в ком-то 2022-2021. Господи. Видите, мы не можем рисковать. Вот так общается, какой-то бог говорит. Идеонит. Сначала он говорил как с каким-то чмом, ничтожеством. Теперь просто вот. Бог, вы такой превосходный, но мы не можем рисковать. Даже ради вас. Он как-то говорит, куда-то он не может ничего помочь Богу этому своему мужу. Разочаровывающе. Разочаровывающе. Ставишь друг других. Разочаровывающе. Ставишь других под угрозу, пока ты всегда занимаешься своими научными делами. Ну, не научными делами занимается. Сейчас. Механическая гниль из врагов вокруг. Так синтезирую, вижу. Он к кому? Дом, студио, напишите. Кому он говорит, я так сильно тебя ненавижу. Он говорит кому? Сипенису или Намезису. В рифму прям получилось. Ну каком он из этих двух говорит гадов? Он говорит, без врагов вокруг. We can't take the risk. Можем рисковать.
Ладно. Он... Сейчас мой голос похож на этого. На Мэл на 7. Сегодня так часто цокаю. Без рогов вокруг. На медиас, то есть сильно ошибаешься. А что он такое, по-твоему, без рогов вокруг? Ну, то есть, ты гниду врагом не считаешь. Вот эту вот ты гниду врагом не считаешь. Вот эту ты вот гниду врагом не считаешь. У меня просто автоматически поставился такой цвет сипена просто. Шнувом. Шну вот это вот пьянь розовая. Вот этот вот карандаш под действием тяжелых наркотиков. Извините за поражение. На вот, все здесь чисто вот. Без врагов вокруг. На месяц он очень умный человек. Это, ну, не человек, он персонаж из игры. Что с порталом? Какую-то стену, какая-то сьюзи розовая своим хером лазером там прорезала. Ну вот чисто. Поглядите сюда. Или сюда. Просто, ну, конечно, линии такие странные. На сьюзи похожи. Без врагов вокруг. Все это правильно. Ну, если не замечать вот эту вот гниду. И даже если не замечать вот эту вот гниду. Ой, не то. Да. Это означает без врагов вокруг. Что вот все вот это без врагов, да, подписчики. Мы не знали, но все это означает без врагов. Но я просто смеюсь. Это так смешно. Так смешно, господи. Ну просто. Я вот просто в офиге в полнейшем. Ладно, продолжаем. Без врагов вокруг. Only sound. А что такое only sound? Я знаю, only это один. Один голос, может. Только звук. Только звук. Ну, это типа не звук, голос там как-то. Я не про слово. Я про то, что он говорит, или может у него там какие-то спикеры. Так сильно тебя ненавижу. Может тут прям реплику придумать, кто... Ну, не реплику, может тут придумать, кто это кому говорит. Так сильно тебя ненавижу. Это Лазер Кляйнера говорит минигану Сипена. Это чуть... Ой, это было так мило. Прям няшка. Няшка-буняшка. Чем мило. То, что тем... В твою грёбаную ручку попали. Это чё за инотехнологии? Чел. Что это? Они не хотят, чтобы я остановил твой жалкий апокалипсис. А, ну понятно, это Сипен Титан в костюме Контера. Он увидит то, что там этот Джимен новый будет там что делать. Что этот Сипен новый в костюме Титана будет. Ну, Сипен увидит, что это Сипен в костюме Титана в этого, я уже на такой раз говорю. Видно, он увидит такой, ну... Посмотря его словам, это реально, просто смотря по его словам, он говорит, не волнуйся, не хочу остановить твой жалкий апокалипсис. Такой говорит, как он такой сильный, что просто вот этот Титан, он настолько, у него настолько это самолюбие сильное, превосходство, по мнению своему, такой превосходный, хоть...
если этого контр-цитана, ему просто пару пушечек добавили. Что-то еще там, какие-то наличка всякие, какие-то там шипы. И то, что им управляет Сипен слабый. Он так-то, так-то, этот он, если контр-цитан, ну, даже так он будет слабее Клокмана. И он думает, а Джимен будет сильнее Клокмана и всех вместе взятых. Видно, так будет, там, по мнению всех, ну, мне кажется. И он думает, что он шо будет там просто. Что он сможет их победить такой. Ну да, как-то не сходится здесь все. Ну просто вот, и, по мнению еще, то просто, если по словам говорить, то просто он увидит, подойдет, посмотрит, посидит, попьет пивка, посмотрит, как Джимен новый дерется со всеми титанами. Скажет такой, не буду, не волнуйся, не буду твой жалкий апокалипсис останавливать. И просто такой, просто вот, чисто, как мне там показать. Просто вот, начнет там танец производить, просто говорить, и не останавливаю твой жалкий апокалипсис. Я просто так хочу, чтобы... Я так подбадриваю тебя, чтобы потом вам всем по рожам дать, и чтобы мне потом вы все победили с грязными рожами. Честно, это по-другому никак не перевести. Просто. Бедный какой. Ну, он к своему этому... Мы нашли местоположение счетчика. Что такое счетчик? Знаешь, что такое счетчик, ну, в реальной жизни? А что у них там, этом? Что, может, это та рулетка из Brawl Stars? Я должен пойти в другое место. Я должен убедить своего отца. Отец, как мы знаем, подписчики, из всех серий, вот как мы знаем, отец, вот так подробнее, если вот как говорить, это так называемый отец огурец, вот этот он. Это ну чисто. Сейчас он... Это вот хрень, это вот это вот хреновина. Это даже по репликам можно понять. Да, ручки. Что он даже по репликам можно понять.